Зачастую человек имеет лишь смутное представление о своих правах, а значит, рискует попасть в неприятные ситуации в любой момент жизни – в магазине, на работе и даже в собственной квартире. Купили бракованный товар, начальник не подписывает заявление на отпуск, соседи круглосуточно делают ремонт. Что делать? Смириться или отстаивать свои права? За свои права можно и нужно бороться, но в первую очередь их нужно знать. Бывают случаи, что продавец говорит, все, гарантийный срок истек, мы вам ничего устранять не будем, и менять товар не будем, и так далее. Вот важно знать, что потребитель вправе обратиться и по истечении гарантийного срока, но в течение 2 лет. В передаче «Имею право» мы говорим о законах простым языком. А разбираться с юридическими терминами и определениями нам помогает юрист Игорь Губинок. У него за плечами многолетний опыт представления интересов саровчан в судах и защиты их прав. Новый выпуск передачи «Имею право» будет посвящен защите прав потребителей при покупке автомобилей в автосалонах. Надо сразу потребовать расторжения данных договоров. Какой алгоритм действий? Надо направить заявление об отказе от договора. Как защитить свои права, если вам навязали страховые услуги? Как вернуть деньги и стоит ли идти в суд? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новом выпуске передачи в понедельник, 14 декабря в 19:45. Также все выпуски «Имею право» вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.